Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Голодные акулы. Эволюция». Так, миссии. У нас с тобой тут какая-то новая акула. Барракуда какая-то, да, появилась. Так, и насколько я понимаю, у нас новых акул нету. Вот данная акула и все. Так, это акула Мако, поэтому поехали играть. Наплыв акул включен. Слушай, наплыв акул, если ребята включен, то постепенно будут появляться такие акулы, которые будут нас бомбить пуще прежнего. Ой, ну вот зачем? И сюда. Захрумкиваем всех, а? То-то и оно, пирушка, ё-моё. Куда ты там поплыла, красавица моя? Я тебе сейчас... Из-под тишка лезет, ты понимаешь? Ой, скат. Интересно, я могу ската? Нет, я могу только от него люлей получить. Ну-ка, давай посмотрим, есть тут у нас кто-нибудь? Потоптались. И ничего у нас не получилось. Ай! Отравление-то, ребята, долго действует. Так, тихо ты. Ну-ка, давай посмотрим, что у нас тут в глубинах морских. Схрумкиваем. Ах ты! Ты тюлень, отвяжись! Надо усесть, ребят. Это о-о-о! Какие еще совы тут угукают? Какие совы еще угукают? Я вроде бы под водой, а не в лесу. Черепаха захотела от меня. Опа, опа. Понял? Вот и я тоже говорю об этом. Что там у нас? Золотомания? Это в тупик какой-то. Слушай, подожди-ка, а где у меня этот? Подожди-ка, там сундучок, что ли? О, я хочу его открыть, ребят. Дайте мне этот сундук открыть, пожалуйста. Так. А что это вокруг меня какой-то шитик? Оу. Где-то здесь же, да? Ух ты. Миссия завершена. В плане миссия завершена. Вот, ребят, опять вот это вот затормаживание. Какие птички, о чем вообще? Бонус увеличен. Ну. Так. А ниже я не могу. Какая была хорошая и милая рыбка. Я ее съел. Без угрызений совести. Суши-роллы, ё-моё. Естественно. Что еще может быть здесь? Ой, тихо. Слушай, великолепно просто. Рыбку доем. Ать! Вот так вот, друзья мои, вот так вот, блин. А это еще лыбится там, плывет. Так, новое достижение какое-то получил. Затонувший предмет. Это, конечно, все хорошо. Так, а я могу прокачать свою акулу или нет? По-моему, могу. Вот здесь вот, да? Ну, конечно. Укус. Ага. Ускорение тогда давай. И все. Вооружить чем? Скажи мне на милость. Комплектом вот этим вот. Новинка. Повязка на глаз. Золото плюс 5%. Бонус выживания 10%. Но у меня голда кончилась, ребят. Голдишечки нет, понимаешь? Без голдишки ты в трусишках, ё-моё. А с голдишкой ты на коне. Да что ты будешь делать-то? Я уже забыл, что надо нажать. Куда нужно нажать? Сняты все детеныши. Нет, зачем? Зачем мне снимать детенышей для всех? Не надо никого мне снимать здесь. Все, все. Можно вот это закрыть? И дать мне в конце концов поиграть нормально. Сохранение в облаке. Естественно, сохраняй. Сохраняй все в облако. Так, ну что, у нас с тобой прокачан укус. Ну-ка. Все равно скатов я не могу, ребята. Что он делает-то?
Ой, акула, ну ты тупишь, а? Ну, правильно, а что бы мину-то не слопать? Ты же любишь у нас миной кушать? Давай. Причем, когда я играл на телефоне у себя, у меня никаких вообще проблем не было в плане управления. Все идеально. На эмуляторе же, ну, все намного хуже, ребят. Все намного хуже. Хотя вроде и кнопки настроены, все. Трындец. Вот зачем это надо было сделать? Ать, аккуратно, аккуратно. Вот смотри, видишь, зависает, и все, и ни туда, и ни сюда. Трындец, слепая акула, действительно. Я слепой, и акула туда же лезет, блин. Трындец. Ну что это, ребят, ну что это? Это... Смех на палке, 14 монет заработал. Нет, надо сосредоточиться и нормально уже играть, а не дурку валять. И, кстати, здесь, по-моему, у нас нет других карт. Да? Или я просто не смотрел. Короче, поплыли. Без всяких мин. Вы издеваетесь, что ли, надо мной? Я не понимаю, я сейчас кого-то тут порву. Куда ты лезешь? Так. Ага. Скаты эти. Даже как ты, как вы лезете? Я не понимаю вот этого вот, ребят. Ну, ну бред, ну, ну. Кто-то плавает у нас. Ну хоть подкрепились. Ну. Блин, в первой части, ребят, ну, в Angry Birds World. Наша акула прыгает. Ну ты будешь двигаться ты! Наша акула двигается вообще на изи и прыгает, и все, да? Тут же, ни шиша, прыжок, чтобы сделать. Это, я не знаю, что нужно сделать, ребят. Как-то бонус увеличен. Иди сюда. Ну иди, говорю. Да, тут, пожалуй, поймаешь, ага. Губежки закати. Ты будешь двигаться-то в конце концов. Люто, конечно, мы тут с тобой танцуем, ё-моё, золотомания. Ну вот, смотри, видишь, даже вот это исчезает куда-то, ребята. Само управление. Ну-ка, дай-ка я тут доем. О-о-о-о. Да надо же. А теперь обратно так же. Все, молодец. Так, этот портал у нас куда? Куда-то выкинет, да? Я не хочу пока в него запрыгивать. Рифовый. Слышишь звук? Что за звук такой? Ага. Понял? Да. Да я акулу съем. Ух, чуть было не напоролся, а. Что, опять золотомания? Что за шарики тут? Там, нифига себе, парк аттракционов, все дела. Да проплыви ты мимо них-то, ёпрасы-то, ну, акула. Не беси. Все, подкрепились. Опять сова гукает. Люди есть тут? Люди! Нет тут ни шиша. Ну что, давай заплывем сюда тогда? Жжж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 
Титаник, да? Точно, ребят, это Титаник. Первоклассный обед. Это что-то типа бонуса. Получается, как бы, да? Смотри.
Куда вы там? Я сейчас всплыву. Обжорство. Прям-таки обжорство. Ну этих-то будешь кушать? О. Куда вы там на лодочке собрались? Иди сюда. Первоклассный обед. Так, тихо, родной. Собрался он там плыть куда-то, еще непонятно куда. Кто там плывет для меня? Что за звуки? О, хорошо подкрепились. А мне нравится эта лодка. Все, тупик, походу, дела, да? Да, вот смотри, видишь, вот нету, ребята, вот нету вот этого вот указателя. Он исчезает, и все, и у меня прекращает... Да... Иди сюда, плывет он там, всплывает. Холоп. Бонус увеличен, о! Ой, ой! Это что такое, ребята? Да дайте мне покушать-то. Опа, они опять тут. Акула, ты будешь их бомбить или нет? Давай, нахрумкивай, говорю. Ну? Господи, ты будешь его есть? Все, съели. Куда ты? Миссия завершена. Нет. Ничего подобного. Миссия недалеко не завершена. Ну? Акула. Первоклассный обед. Опять вы тут? Ас выживания. Уж какой там уж ас, ребят. Не-не-не-не-не, ребят. Не-не-не-не-не. Ты куда это поплыло? Ты думаешь, я тебя так отпущу? Нет, конечно. Что-то мне подсказывает, что мы сейчас с тобой здесь увидим еще какую-нибудь огромную гигантскую акулу, которая меня просто съест. А, так тут еще и время, оказывается, у нас на время. Ёлки ты палки, ребята. Вот оно что, 13 секунд осталось нам. Это типа действительно бонусы. Золотомания. Все, 2 секунды последние, ребята, остаются. Слушай, ну я там, наверное, неплохо так... Это кто такой? Это чё? Мне кажется, что это, ребята, реальный игрок был. Ас выживания. Угу, такой ас, прям обалдеть. Захрумкали меня. Так, открыта новая акула из лаборатории. Конечно, хочу. Еще спрашивают меня. Электрическая акула оглушает добычу электрошоком. 25 тысяч? Вы сейчас серьезно? Это вот это вот, да? Офигеть, ребят. Ну, конечно, я хочу ее получить, а... Ой, где же мне столько денег-то взять? А тут-то что у нас такое? А, третий день. Тыщеночку, да? Можно 2000 получить. Все. Завтра 2000 получишь. Вот это что такое у нас, ребята? 250 тысяч! Ну, выглядит, конечно, устрашающе. Это какой-то кашалот. Лео. Да. Ну чё, пока у нас вот это вот, ребята. Блин, вооружить. Можно мне как-то, я не знаю, хоть бы что-то начальное хотя бы дали. Повязка на глаз, 2000. Это все, что я достоин, да? Повязка на глаз, 2000, и все. Вот, бонус выживания, булавка. Безопасность превыше всего. В плавник прям воткнули, и нормально. И плавай, как будто так и было. Билеты на тит... А, это билеты. Так что это... Акулий манок, новинка. Защита от бомб. Да ладно, серьезно что ли? Защищает от взрывов мин. Да?
О-о-о, так это... Блин, твою налево. Я-то думал, что это... Навсегда, это просто использовать можно, ребята, и все. Шляпа пилигрима, 200 штук самоцветов. Это первые... Первый 1%. Кракен и компания. Где это? Чё это? Куда это? Не знаю, ребят. Так, ну нам, наверное, нужно с тобой... Укус у нас прокачан полностью. Скорость. Да, я знаю, ребят, 250 тысяч надо накопить, но... Но это нереально, ну согласись. 250 тысяч. Я тут 3000-то с горем пополам. 250, я уже вообще молчу. Сезон завершен. И что это за сезон? Ёшкин краб, в прошлом сезоне у вас не самый лучший показатель убийств и смертей. Всего 0, понятно. То есть я не присутствовал, да? Убить акул-агрессоров. Убить акулу-агрессора активирует двойное убийство. Ваш рекорд наплыва. Да у меня вообще никакого рекорда не было, потому что я... Как я должен с этими агрессорами, извини меня, если они меня... Чух-чух-чух-чух. И все, нашинковали, будь здоров. Вон, я в бронежилете теперь. Куда вот ты лезешь, а? Вот это и есть акула-агрессор? Или... Вот смотри, вот видишь, пропадает. Ну, бесит, ну серьезно, ребят. Блин. Так. Написали, остался всего лишь один броник. Ну, то есть бронежилет у нас с тобой заканчивается. Так, тихо. Иди сюда. Тюлень золотой. Вот это вот, наверное, вот это вот агрессор, да, друзья мои? Вот он агрессор. И я его поймал и уничтожил. А ты не агрессор, а? Нет, это сосунок какой-то. Какой ты нафиг агрессор? А вот это вот что за акулка здесь? Это дешевка. Опа-опа-опа, золотые рыбки тут плавают, прохлаждаются мне, понимаешь ли. Прям в полетике. Не-не-не-не, вернись, я все прощу. Какой ху-ху. Золотомания. Да, ну ты будешь двигаться-то. Ребят, ну вот смотрите, видите, нету. Я в шоке. Я просто в шоке от этого всего. Ох, ё. Как же я врезался-то. Как же я врезаюсь-то хорошо, а. Все, с голодухи, ребята, погиб. Риск здоровья. Туплю просто по черноку, ребята. Просто по черноку. На каждую мину. Что там за новое достижение? Нечастое. Сапер. Ага. Сапер. Если бы сапер. Трындец. Ну, здесь сложнее, мне кажется, чем в этой. В эволюции сложнее, чем в World играть. И, наверное, из-за того, то, что... Ну, я не вижу, например, что впереди находится. Как-то вот, видишь, все приближено. Ты плывешь и уже видишь, когда врезался во что-нибудь, понимаешь? Вот из-за этого, ребята. Нету отдаления камеры, так сказать. Ага. Съел я ее, ребята. Кто кого? Вот именно, что кто кого. Ну, куда ты там плываешь от меня? Легкий перекус. Как меня вот раздражает, когда вот... Сейчас бы напоролся бы на мину. Ну вот, не знаю, ребят, вот бесит. Ну как тут можно играть, когда у тебя управление вот исчезает? Ну как вот здесь вот можно играть? Извини. Когда ты плывешь там от кого-нибудь или еще что-нибудь. Первая кровь. Невозможно не увернуться, ничего, ребят. Просто встают тупо и все. Особенно такие моменты, где тебя там, например, кто-то жалит или кусает. Ну как вот? Не знаю. Исчезает периодически и все. Так. Тебе сейчас похихикаю там, хихикает он мне. Дайте мне куда-нибудь сплавать-то в конце концов. О-о-о-о.
Видал? Акулы-агрессоры. Ну это еще такие, а вот там, которая была акула, это, конечно, да, жесткая. Мы, наверное, сейчас с тобой столкнемся. Так, это у нас кто? Нарвалы? Это нарвалы. Нарвались, ну-ка. Это что, это типа трески или что? А что поменялось? Что красный фон-то? Такое впечатление, что жди опасности. Черепаха, иди сюда. Акул. Перекусили. Слегонцушки. Крабика. Захам. А что это у нас такое? Показывает стрелочками. Иди сюда, типа. Что там? Что-то... О, вот он. Я не понял юмора. Типа... Ну, я их как бы должен... Ой. Ну, все, 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 все. Голод. Ни одной рыбки, как всегда, да, нету. Так, немножко перекусил. Капельку совсем. Тюлень, иди сюда. Так, черепахи. Ну, где ты там? Куда ты... Вот ты жук. Это кто? Да-да-да, конечно. Ха-ха. Слушай, а это что, реальный игрок или мне кажется? Ну! Где ты там, гадюка? Где она? Ну что, ху-ху-ху-ху-ху? Ты кушай давай тюленя. Хухукает он мне. И опять вот... Не могу, прям раздражает. Может быть, надо куда-то... Вот. Трындец. Просто трындец. Два укуса, все, ребята, и мы отдуплились. Ну, тут осталось-то чуть-чуть, и все, и мы с тобой... Да, эта игра сложнее, намного, ребят, сложнее. По ощущениям, как вот там можно гулять. Так тут еще из-за этого управления, ребят, я не знаю, я потом попробую в следующей серии, наверное, немножко поменять. Но это ни в какие ворота не входит, ребят. Скат электрического съесть не могу. Слишком слабенький еще, да, я так понимаю. Ну давай, 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 хрумкай. Отвали отсюда. Гаденыш, а? Опа. Чего там? Миссия завершена. А что я такого сделал? Ага, водолаз, иди сюда. Вот так бы и давно. Заточили мы его. Хрумкаем. Обед в воде. Все равно, что как так хочешь сказать. Финишим. Что это за бутылка? Ох, ничего себе, я тут подпрыгнул-то. Ой, уходим. Ну где управление? Вот, ребята, вот сейчас, в данный момент, именно из-за того, что пропало управление, я сфейлился. Новое достижение, нечастое. Так, я могу же теперь получить новую акулу? Максимальный уровень. Так, друзья мои, акула-молот. Хитрый охотник, отличается зверским укусом и может вырасти до больших размеров. То есть мне еще его нужно купить, да? За 6000 монет. Угу. То есть, ну как ты понимаешь, да, я пока, ну, не смогу взять, у меня всего лишь тысячонка. Где зарабатывать здесь деньги? В первой части, да, я не спорю, ребят, там можно было заработать довольно неплохо и быстро. Но здесь с этим проблема. Здесь зарабатываешь какие-то крохи, если честно. Золотомания как-то работает, ну, некорректно. Да уйди ты, а!
Ну, ну вот опять, ребят, вот исчезает управление и все. Так, дай-ка я на паузу нажму, сейчас, наверное, попробую поменять. Так, ну-ка, подожди-ка, тут у нас кто-то плавает. Вот он, вот он, вот он. Я его слопал. Шитька, море витаминов. Прям такая море витаминов. Ну, давай, 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 давай. Ать, мелкую куку просто порвали на маленькие тряпочки. Ты видишь, кто там плавает у нас? И я вижу. А я хочу его уничтожить. Ну, да ты будешь уплывать в конце. Двойное убийство. Подожди, подожди, уплываем. Фью, я сделал, ребята, это. Я сделал двойное убийство. Говорю-то, как маньячел какой-то. Ага. Эй, эй, эй. Да цепись ты. Е. Захрустел. Акулы. Я с вами потрапезничаю. Ох, ничего себе. Как можно было выпрыгнуть. Акула еще мелкая тут выпендривается. Ну вот как вот эти вот мелкие акулы, ребят, как у них духу-то хватает на меня наехать еще, вот объясни мне. Смотри-ка, какие жирненькие тунцы тут плавают. Куда ты захотел от папочки убежать? Так, золотой тюлень. Или это морской... Нет, это не тюлень, это морской котик, наверное. Наверное, не уверен, но может быть. Так. Ой, зачем, 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 зачем? Где у нас? Вот он. Перекусик такой небольшой, легенький, так скажем. Тунец, иди сюда. О, шитик тут плавает. Правильно, нечего тут. Так, а вот это что у нас тут показывает? Типа, будь осторожен, везде мины, да? Что-то типа того. Ой-ой-ой, тихо. Ты будешь, блин? Зашибись, блин, он застрял, блин, никуда не двигался. И потом просто от одной мины к другой, ребята, прокатило меня. Прикинь. Зашибись. Это вот так вот я буду по 186 монеток копить? Вы сейчас серьезно? Да ну нафиг. Это ж... Сколько там у нас стоит следующий? 6000? А, тут миссия. Подожди, зачистка крабов. Поглотить 40 крабов. Сардин на скорость. Вместе с катом. Так, завершите оставшиеся. Тут есть, ребят, все-таки определенные какие-то миссии, которые надо выполнять. Которые ты выполняешь и получаешь за это, ну, довольно неплохие суммы денег. Единственное, что непонятно, где их делать. Тут нету никакой карты, да, по ходу дела. С деньгами тут, конечно, огромные проблемы. Кто там у нас плавает? Иди сюда. Эмма, иди сюда, я тебе говорю. Ну, я так понимаю, Эмма это чистый бот. Ох, ё! Харе! Прикатили тут, да? Супостаты. Пирушку будем делать. Но что-то так тихо. Так угрожающе тихо. Мне кажется, что слишком близкое, ребят, какое-то приближение. Ты не видишь, что буквально там впереди будет. И вот таким макаром напоролся на всякие мины. О, сколько сардиночки было. Было. Ах ты тюлень, а?
Ведь не боится же нарываться, а? Крабы. Давай поедать крабов. Так, жалко, там нету поедатель черепах. Или поедатель тюленей. Ага, ужарился. Ваня, это... А, это рыбы-летуны? Я помню эту... Ох, 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 ох! Смотри, 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 смотри! Слушай, это... Это, по-моему, ребята... Был реальный игрок. Это был реальный игрок. Это потому, что у него там даже никнейм был. Ну-ка еще разок проверим потихонечку. Блин, ты упро... Ты можешь плыть? Вот, наискосок. Я не понимаю. Ай. Аквалангист. И там еще один. Да ты будешь нормально плыть. Так, я этого хочу, ребята, наказать. Ага, случайно это не вот этот следующим будет, который бьется. Бьется током. Вот которого мы с тобой должны купить за 6 тысяч. По-моему, это он и есть. Та самая акула, да? Фух. Ядрить! Офигенная, да, ребята? Офигенная была мина, и я на нее напоролся, к сожалению. Так, что у нас тут? Ну, 347. 347, ребята. Итого уже почти 1500 монет. Заработал. Обалдеть! Белый акуленок. Так, а вот тут уже ваш рекорд идет наплыва. И где я тут? А меня здесь нету, ребята. Вон, вон, подожди. Подожди, получить. Вот они как монеточки-то зарабатывают, ребята. Убить акулу-агрессора Генетик Адульхуд какой-то. Адульхуд. Легко вам сказать. Гигантские крабы водятся в пределах главной карты. Уворачиваясь от их клешней. А то что будет? Типа завалят нас, да? Ну, ты... Сморчок, а? Да дай ты этого тюленя за... Ох, как меня бесит, а, ребята. Ох, как меня бесит, когда вот управление исчезает. Ну, просто не могу. Тихо, тихо, тихо. Я про мину уже... Во, опять управление. Куда ты плывешь-то? Больше погибаю из-за того, что... Не из-за того, что, ребята, вот это, а то, что управление. Просто управление выбешивает меня. В прямом смысле слова. Выбешивает, прям вот выругаться охота. Ну и что вы там, мелкие? Так, тихо, дай совритку поймать. Уху. Зачем ты вот это вот сделал? Вот за... Тебя что, специально что ли на эти мины тянет? Я не могу понять. Блин. Дай тунца закусить. Ну... Так, подожди, это кто там внизу? А, вот они. Голодранцы, я их вспомнил. Чего там? Чего? А, давление. Всплываем. То есть я заплыл глубже. Ага. Ну-ка. Вот так вот. Двойной убийство. Че ты хухукаешь-то здесь? Хухукает он мне. Трындец, вот он не может, вот, ребят, я не знаю, как... Или это мины просто на моем пути встают, или нас, знаешь, как вот специально тянет на эти мины. Ну, по-другому не скажешь. Тихо. Да ты вы че вы... От... Обезьяне подобные морды, а? Так это-то тоже можно было, блин, съесть. И, как всегда, только хочешь съесть, и золотая лихорадка уже
закончилось тут как тут. Крабики. Сколько этих крабиков еще надо съесть? Хоть бы какой-то счет делался бы, что ли. А? Смотри, смотри, смотри. Смотри, смотри, кто тут. Дайвинг занимался здесь, да? Так, подожди. А... Ну, в принципе, все правильно. Нажимаешь. Так, тихо-тихо. Схрустели. Так, тройное убийство даже. Это уже на Оскар, ребята, тянет. Тройное убийство, да? Куда щучка побежала от меня? Что, сейчас опять будут меня? А что тут тупик? Что-то вообще ничего нету здесь, прикинь. Давай отсюда выплывать. Куда, 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 куда? Опа. Что, так быстро аквалангиста съели, что он даже не успел прохрипеть ничего. Так, стоп. О, плавает тут, понимаешь ли. Ох ты. Разорвал их на лоскутки. Золотомания. Че? Дельтапланы какие-то там были. Достоялся на мостике? Будешь знать, по делам тебе. Так, тихонько. Ать! Мы в тот раз с тобой. Да-да-да, именно вот здесь. На этих минах. Как же, как же, как же. Иди сюда. Для чего вот этот меч? Ну? Эх. Ой, жаробасину никак не съел, плохо. Все-таки, все-таки урвал свой вкусный кусочек мяса. А ну-ка. Дай, дай, дай. Кто это? Так, если не ошибаюсь, этот... Куда ты плывешь, то мне в другую сторону надо. Это, по-моему, чувак на акуле там веселится, да? Я не пойму, почему ты плывешь-то в обратную сторону, когда в другую сторону нужно. В шоке. Кораблик. Опа, опа, опачки. Пирушка, оказывается, тут у нас была. Пеликаний пир. Так, а вот этих вот можно как-то поймать? Которые, видишь, тут у нас. Конечно, можно. Я бы даже сказал, нужно. Ай, зачем туда плыть-то? Так, золотая лихорадка, да? А как вот этих вот, ребята... Как-то вот перекусить, наверное, можно или что? А, нужна акула побольше. Опа, 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 опа. Ты будешь плыть у меня сегодня или нет, блин? Куда ты? Нужна акула побольше, блин. Я не могу, ребята, блин, моя акула в два раза больше, чем этот хлыщ, который там стоял. И я не мог его съесть, понимаешь? Просто не мог. Новое достижение. Какое достижение тут? Опять нечастое. А, легкая закуска. Слушай, вот тут, наверное, надо глянуть, ребята. Довольно неплохой бонус. Так, ну что, мне еще где-то 3000-ночки надыбать. И будет все хорошо. В лед. Где лед? Я даже льда здесь пока еще не видел. Пока вон плаваю здесь. Ать! А по-другому и быть не могло. Прицепился, а? Фу, блин, я уже хочу скатов кушать, понимаешь? Пока вот ем всякую пакость. А хотелось бы скатами перекусить. Но для этого нам нужна с тобой рыбушка покрупнее. Так, давай заплыв сюда.
Подожди-ка, я, по-моему, здесь был уже, да? Тут тупик же. Да, здесь тупик. А как мы с тобой отсюда выбирались? Ну-ка, дай. Так, подожди, через верх, по-моему. Опа, акулочка. Так, а это что у нас тут за друже? Первая кровь. И сундук. А что эти сундуки? Как их вскрыть? Пир на весь мир. Ну, типа-типа. Типа-типи-тип. Ты помнишь такую жвачку? Типи-тип. Наверное, немногие из вас вспомнят. Так. Отчина, помнишь? Че это меня... Куда это меня, ребята, воспоминания куда-то в 90-е закинули? Почему жвачки? Да, раньше, как помню, в пионерском лагере был. А там этот... жвачка Дональдак. У нас же этого не было. Ничего, это же как импортное все было. Все импортное для нас это новое. Так, золотомания. А вот этого я не смогу, да, побить. Даже как бы я бы не старался, получается. А он по мне стреляет. Так, я могу этих медуз оплыть? Да это я все могу, но... Иди сюда. Так, перекусили. Ну-ка, где это там? Захавали. Остерегись. Остерегись. Так, ну, рыбку перекусили. Так, сейчас мы с тобой куда-нибудь. Бонус увеличен. Куда-то заплыть? Вон, смотри, видишь, акула? Внизу, ну-ка дай-ка я ее. Сразу уплывает, уплывает, уплывает. Нет. Двойное убийство. Задушил просто на корню. Так. Акула из-под тишка, а? Мне эта булавка, конечно, в нашем плавнике. Ну ты посмотри, она даже плыть не может нормально, ровно. Все как это, как на иголках, ё-моё. Дергается. Блин, я бы хотел, конечно, отомстить той рыбе. Что такое? А, голод? Ну... Черепаху да съесть. Фух. И мы опять сыты. Были голодные и стали сытыми. Трындец. Надо было вот носом. Ты будешь плыть-то сегодня или нет у меня? Как она странно двигается, я не понимаю, ребята. Мне надо плыть туда, она как мотыляется, как я не знаю, как сарделька какая-то. Ну и что? 162. Подожди, а где у нас с тобой эти... за выполненные миссии денежка. Сюда нужно заходить, да? Вот. Генетик Адульхот. Двойное убийство два раза. Так, ну уже 3700. 3700. Я думаю, что мы... мы с тобой, наверное, к следующей серии только... Достижение. Сможем открыть. А что вот это такое у нас? Ага, донат. Понял. Блин, ну расценки тут, конечно. Огненный малыш, блин. 900 брюликов. Вооружить. Акуленок Маку. Конечно, вооружить. 7 лазер, 75 тысяч. Кепка. Очки. Так, это что такое? А, увеличивается золотомания, понял. Золото 20%. Ух.
Энергия 15%. Так, энергия 5. Очки 5%. Так, запоздал новогодний подарочек. Носить эту шляпу, получать вдвое больше золота. О! Вот, будем с тобой так ходить. Надо было вот это вот... А, мне не хватило бы. Все. Так, энергия. Акулий водоворот. Вилка какая-то. Так, бонус выживания 10%. Очки 5%. Взять, что ли, а? Взять или не взять? Взять. Да? Подтвердить. А? Какая у нас акула? И акуленок с нами. Ценник. Очки 5%. Ну, пока хватит, наверное. Давай заплывчик делать. Подожди-ка, у нас с тобой тут ускорение, блин, не хотелось бы тратить. Так, это закрываем. Погнали. Да, здесь намного дольше, ребят, прокачка идет. Намного дольше, именно вот в плане денег. Хотя, кто их знает, может быть там в этом. Ох, какое, блин, замечательное начало. Замечательное просто. Прям вот нет слов. Ну вот. Ага. Рыбий пир. Пир на весь мир. Давайте перекусим. Здесь так сделаем. Куда ты? Акула по контракту. Все хаваем, да? Никого не оставляем. Что это? Черепашка. Черепашка-ниндзя. Так, захавали. Так, я вижу, 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 ребят, акулу. Опа, я ее съел. Первая кровь. Бонус увеличен. Эти крабы ходят, даже ползают, даже по потолку, прикинь. Как они так умудряются? Опа! Ой! Вот сейчас было хорошо, сейчас было великолепно просто. Тут еще где-то я видел, а? Все чудненько. Ну-ка. Нет, ты давай знаешь как? Вот так вот. Я тебе говорю, вот так и... Понятно, короче. Он не хочет. О! Золотые акулята. Оба, она доплавалась. Ты уж извиняй. Серфинг по суше. Еще какой серфинг? Мне кажется, ли моя акула как-то, ну, подрастает, что ли, потихонечку, полигонечку. Какая-то крупненькая стала. Море витаминов от... Где она? Съел я ее, да? Твою же налево. Так, ну голода пока еще нет, нормуль все. Все, нормуль. Здесь у нас что? Какие-то отходы у нас тут. Бочка была пробитая. Так, я чувствую, заплываю на чужую территорию, наверное, а? Или кто-то заплыл на чужую территорию. Так, рыбу эту не трогай, пожалуйста. Тихо, тихо, да блин. Это ж какое-то издевательство, друзья. Где рыба, где рыба? А это еще кто? Это еще кто такой? Вот я не пойму, откуда они берутся именно, когда у меня мало здоровья. Когда у меня куча здоровья. Их нету, понимаешь? Просто нету рядом. А тут они взялись откуда-то, не возьмись. Так, давай бонус. Что-то рекламы сюда напихали. Уж слишком перебор, по-моему, ребята. Что за дела-то? Не было, не было, на тебе. Начали тут всовывать ее. Через каждый уровень, да. Через каждый этот. Ну что, дорогие друзья, давайте, наверное, мы с вами на этом закончим. Я думаю, в следующей серии мы с тобой накопим 3000 монет и купим уже вот эту вот акулу молот.
Как говорится, натерпелись, пора нам с тобой, да? Вершить правосудие. А на этом все, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.